Получилось! Ты настоящий герой! Неужели ни одного билета не осталось? Я знаю. Добро пожаловать на арену. Вы зритель или участник? Вы уже. Сюда, пожалуйста. Добро пожаловать в палату героев. Идите за мной, я вас отведу в тренировочный зал. По-моему, история здешняя зря пропадает. Первые герои арены. Наше наследие. А зрителям что? А ничего. Не нужна им история. Им нынешних героев подавай. Я так думаю, у каждой эпохи свои герои. Глубокая мысль. Можете меня цитировать. Добро пожаловать на нашу арену. Сперва насчет правил. Во-первых, всю свою силушку могучую Рад вам услужить. Неудивительно, что тебя пустили на арену. Ты ведь совершил возможное? Добро пожаловать к столу, где играют в очко. Что тебе по душе? Сколько ставишь? Ух ты! Ура! Настоящий герой. Как дела, паладин? Ура! Ура! Ух ты! Ура! Ух ты! Ух ты! Вот так! Ничего, сыграем еще? Сколько ставишь? Ты выиграл. Молодец. Может, как... Добро пожаловать к игровому столу. Ух ты! Всех трясет, так в любом случае. Обращайтесь. Поговорите с... Ну, хорошо. Первый раз... Дамы и господа, перед вами паладин, прославившийся в бою при Яблочном дворе и сразивший бывшего героя по прозвищу Два Ножа! Как и все наши отважные участники, новичок мечтает о большом призе сегодняшнего дня, представленном самим Джеком из тени! Три, два, раз, старт! Три, два, раз,
следующий раунд 500 монет! Посмотрим, как он справится со вторым. Любимцы публики, жестокие, вонючие хоббы. 3, 2, 1, старт! Три, два, раз, старт! Еще 500 монет! Они заработали 600 монет, а в следующем раунде их ждет еще 1000! Дамы и господа, пришло время командных боев! Два героя станут бок о бок сражаться за свою жизнь! И в последний момент у нас происходит старт! Оборотни! Вот тебе! 3, 2, вперед, раз, старт! Тебе! 3, 2, 1, старт! Оборотни! Оборотни! Да! Вперед, паладин!
Награда за раунд 1000 золотых! Ух ты! И награда 1600 монет! И еще 2000! Тут свое чата! В том раунде, дамы и господа, эти двое славно потрудились! Похлопаем им! А следующий раунд – сенсация этого года! Всякий, кому хватило отваги побывать на великом кладбище, поймет, о чем я! Нежить! 3, 2, 1! Старт! Бей, нежить! Ха! Этого я почти убила! Вперед, паладин! Три, два, раз, старт! Вперед, паладин! Три, два, раз, старт! Так, так! Бей, нежить! Бей! Вперед, паладин! Да! 3, 2, 1! Старт! Бей! Вперед, паладин! Надеюсь, это стоит 2000 монет! Более чем! Они заработали 3600 монет! Но решатся ли они на следующий раунд с наградой в 3000? Страсти накаляются, мы потеряли уже... 3, 2, 1! Старт! Вперед, паладин! Разбойники! 3, 2, 1! Старт! Там враги! Паладин! Разбойники! 3, 2, 1! Старт! Такое не... Не хр... Ха! Этого я... 3, 2, 1! Старт! Ха! Этого я почти убила! И за это они получают еще 3000! Общая сумма 6600 золотых! Но если и этого мало, в следующем раунде их ждет еще 4000! Три, два, раз, старт! Берта!
Альберто! Жри землю! Теперь ты очень знаменитый герой. Итого 10 600 монет! Можно купить небольшой дом, но хотят ли они еще 8 000? Положение бойцов очень... 3, 2, 1... Старт! Вперед, паладин! Давай! Ух ты! И еще 8 000 золотых! Они получили 18 000 монет. И остался последний раунд. Стоит ли жизнь еще 10 000? Дамы... 3, 2, 1... Старт! Тоже мне! Арахнан! Ненавижу этих тварей. Ха! Этого я почти убила. Убила. Тоже мне, Арахнакс! Вот тебе! Сегодня обанкротится! Это еще 10 000 монет! Итог, огромная сумма! 28 600 монет! У нас 2 победителя! Потрясающе! Так что же будет? 2 победителя, а приз всего 1? Но, как вы знаете, сегодня у нас особый гость! Это тот самый, единственный герой героев Джек из тени. Я вернулся. После долгих лет разлуки Джек из тени снова с вами. Эта арена единственная, что осталось великого в Альбионе. Для меня честь вновь стоять перед вами. И я знаю, как отпраздновать этот день. Устроим еще один раунд. 2 оставшихся героя сойдутся в смертельном бою.
Победитель получит особый приз, и смерть станет наградой проигравшему. Что это мне затеяли? Больше нельзя. Я буду драться как следует, но убивать тебя не стану. Только не тебя. Мы пришли, чтобы устроить шоу, и мы его устроим. Поехали! О, да! Черт, а ты многому научился. Эй, мы не насмерть деремся. Господа, вот и наш победитель. Мы же договорились. Хватит драться. Я больше. Леди, ему просто повезло. Он всего лишь... Но я забыла представиться. Я леди Грей, мэр Бауэрстоуна. Я вижу, вы достойный человек. Миледи, если бы вы только... Громобой, мне надоели твои вопли. Надоела твоя ревность. Время твоей славы давно прошло. Ты должен с этим смириться. Так вот, герой, я надеюсь, вы примете мое приглашение. Нам нужно многое обсудить. Это еще не все. Молодая кровь льется не хуже любой другой. И скоро прольется. С ума сойти! Давно я такого боя не видел. Я отведу вас обратно в палату героев. Кто-кто, а вы-то достойны стоять с ними рядом. Кстати, кого-то вы мне напоминаете из тех, кто здесь когда-то дрался. Лет уже много прошло, но звали ее вроде Скарлетт Роу. Да, точно. Слыхали про такую? Хотя вряд ли. Вас еще и на свете не было. Вот тут справа, если посмотрите, ее статуя. Первая женщина, чемпионка арены. Она была славным героем, такая же мягкосердечная. Но всему своя цена. Последняя битва сильно изменила ее. Теперь она живет вдали от людей, сломленная тем, что не смогла спасти своих близких. И все же ты здесь. Я знал, что однажды ее сын придет сюда. Это у тебя в крови. И у твоей сестры. Тебе стоит привести ее сюда. Я так хочу, чтобы вы оба встретились со своей матерью. Только представь, как она будет рада. Вот кем была на самом деле его мать. Скарлетт Роуп, гроза оборотней. Одна из величайших героинь Альбиона. Но самая славная из ее битв стала для нее последней. Попав в засаду оборотней, Скарлетт перебила их всех, но и сама пала израненная среди тел врагов. Там она и умерла бы, но Борм, простой и добрый лесоруб, нашел ее и выходил. Они поженились, и у них родилась девочка, а потом мальчик. Сражения для нее остались в прошлом. Ты заслужил печать чемпиона. Тебя повсюду будут узнавать как победителя арены. И это откроет тебе вход в Северный Бауэрстоун.
Печать не теряй, она бесценна. Эй, ты! Тебя Тереза ждет в доме семьи Грей! Говорю вам, хозяин. Да! Тебя называют Паладином? Паладином. Настоящий лидер.
Вы что-то хотели? Пришли сделать покупку? Тебя да. Называют паладином? Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Ты убил легендарного белого оборотня? О, здравия желаю. Конечно, вы человек известный, можете зайти. Добро пожаловать в Северный Бауэрстоун, герой. Это тихое место, и мы следим, чтобы таким оно и оставалось. Мы не потерпим правонарушений, так что имей в виду. Не то окажешься за решеткой. У нас уже есть один заключенный, полный псих, но ему уже недолго осталось. Если ты понимаешь, о чем я. Послушай, с тобой желает говорить леди Грей. Ее милость гуляет в садах близ усадьбы. Это большая честь даже для героя, так что веди себя подобающе. Рад тебя видеть. Привет. Рад новой встрече, сэр. Ура! Рад новой встрече, сэр. Лорд Паладин? Привет. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Ты убил легендарного белого оборотня? Ну, теперь тебе прямая дорога на... Вы найдете что-то себе по душе. Ты убил легендарного белого оборотня? Ну, теперь тебе прямая дорога на арену. Уверен, вы найдете что-то себе по душе.
Твой триумф на арене был великолепен. Ты проявил такое великодушие, оставив жизнь Уиспер. Ха-ха-хоу! Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Твой триумф на арене был великолепен. Ты проявил такое великодушие, оставив жизнь Уиспер. Он на порядок? Закрываются. Помогите мне! Здрасте. Ой, знаете, человек в вашем положении просто обязан навестить мэра. Она живет в особняке. Это тот большой дом возле лавки. Ха-ха! Помогите мне, пока не поздно! Наконец-то, хоть один собеседник. Ты должен вытащить меня отсюда. Мэр хочет моей казни. Вот что бывает, когда начинаешь задавать много вопросов. Эта баба — сущий дьявол, но никто мне не верит. А все потому, что я ошибся насчет стражи. Я думал, они травят воду, чтобы управлять нами во сне. Ее сестра была чистым ангелом. И каким бы прекрасным мэром она была, но леди Грей убила ее. Я чувствую это. Ты должен помочь мне доказать это, иначе Пауэр Стоун останется под ее гнетом, а меня казнят. Не говори, что они окрутили и тебя. Я знал, что ее магия превращает героев в глупцов. Ты должен одолеть ее. Мы должны раскрыть ее мрачную тайну. Получилось! Ты настоящий герой. Привет. Я думаю, этот герой очень хорош. Лорд Паладин? Да, прозвище Паладин тебе подходит. Не хотите со мной поговорить? Значит, это о вас шумит весь город. Должна признать, я заинтригована. Идемте во дворик. Я бы очень хотела с вами побеседовать. Не правда ли, здесь очень мило? Но порой мне тут бывает очень, очень одиноко. Видите ли, я еще не замужем. Как-то до сих пор не встретила достойного мужчину. Я всегда знала, что мое сердце завоюет лишь тот, кто победит на арене. Быть может, вы принесете мне подарок из города? Я уверена, вы найдете что-нибудь подобающее, леди. Ты очень внимателен ко мне. Ты очень внимательен. Спасибо большое.
Прошу прощения. Ну, может и пригодится. Ух ты! Подарок от тебя! А разве ты мне уже это не дарил? Еще? О. Право, не стоило. Спасибо. А разве ты мне уже это не дарил? Эй. Прости, не поняла. Эй. Да какого? Прошу прощения. Да какого? Прошу прощения. Вы не можете подарить то, чего у вас нет. Интересно, о чем еще вы мне лгали? И что же? Вы, кажется, собирались принести мне достойный подарок. Приятных впечатлений. Ага! Ха-ха! Слыхали, что... Хочу пиво. Налей пивка. Рад видеть вас. Великолепно. Рада видеть вас. Приятных впечатлений. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Твой триумф на арене был великолепен. Ты проявил такое великодушие. Смотрите, я гроза оборотней. Тебя называют паладином? Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Твой триумф на арене был великолепен. Ой, какая красота! Я знала, что вы в душе романтик. Не то, что некоторые герои. Конечно, женщина моего положения не может выйти за нищего. Можно ожидать, что у мужчины хотя бы есть свой дом. Я очень рада, что у вас есть дом. Не хотелось бы думать, что вы женитесь из-за денег. Не могли бы вы совершить для меня подвиг? Недавно я потеряла ожерелье. Оно мне очень дорого. Быть может, вы пораспрашиваете в городе?
Кто-то должен знать, где оно. Вы что-нибудь узнали о моем ожерелье? Говорят, леди Грей замуж выйти надо. Вот не хотел бы я быть на месте этого бедолаги. Есть в ней что-то не то. Знаешь, как ее сестра пропала? Без следа. Последний раз ее в доме Грей видели, и никто не знает, что... Эй! Да. Здравствуйте, сэр. Привет. Ура! Лорд Паладин? Я закрою глаза, а ты сделай что-нибудь... Приятных впечатлений! Это ты? Какой приятный человек! Ура! Встретили! Готов помочь? Есть прохвосты, которые зарабатывают, покупая и продавая. Деяния героических? Купите саку. Это беспо... Жги сла свет. Простят и в ух. Все, если... Паладин, радость... Нам бы пиво, пожалуйста. Ура! Встретились. Ура! Мечника нанять не хочешь? Эй! Ура! Мечи, топоры, щиты, доспехи. Принесли себе? О, приятно. Оборотни. Видишь, девочки тоже могут быть героями. Привет. Что? Ну, откроем. Когда? Принес. Что? Эй, кто на меня? Сегодняшнего. Ну же. Принес. Эй. Думай. Журнал «Кровоно». У вас... Здравствуйте. Книга... Эй! Ура! Кто на меня? Мэру вы, похоже, нравитесь, но не забывайте, что я... Ты что же про сестру-то ее слышал? И никто толком ничего не знает, что она ожерелье сестры своей всегда носит. Ого! Превосход! Ура! Ты заслуживаешь выхода на арену. Ура! Стой. Ах, если бы все герои были похожи на него. Тебя называют Паладин. Я бы не подходил к клетке. Там у нас... Всего хорошего. Рад новой встрече, сэр. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. С
слушайте. Вы ведь очень преданный, леди. Если ей нужна информация, вы можете поговорить с кем-нибудь в Северном Бауэрстоне. Много длинных языков. Как будто им больше заняться нечем. Рад тебя видеть. Привет. О, снова ты. Привет. Паладин, ура! Сорвите повязку с глаз, не будьте баранами!
Ты сдох. Я прямо весь... Всего хорошего. Эй! Рассказывают, что он потомок древнего королевского рода. Ура! Эй! Я рада, что ты пришел. Хотела поговорить с тобой перед отъездом. Ты знаешь, что я покидаю гильдию? Мой брат хотел сделать из меня великую героиню. Но ты всегда оказывался на шаг впереди. Приходилось из кожи вон лезть, чтобы оправдать его ожидания. А у тебя все выходило легко. Ты пожалел меня на арене. И я поняла тогда, как сильно завидовала тебе все это время. И каким ты был добрым другом. Прости, что я была резка с тобой на тренировках. По правде сказать, ты всегда был лучше меня. Только брату об этом не говори, хорошо? Чудесно! Превосходно! Ура! Да! Ура! Пересеклись. Приветствую! Ого! Ну разве он не предел мечтаний? Пиво, пожалуйста. Приятного отдыха, сэр. Здравствуйте, сэр. Ну почему? Здравствуй. Ну и ну. О, мой дрожайший.
Ого! Ух ты! Доволен собой. Я думала, что никогда его не увижу. Вы по-прежнему весьма многообещающий ухажер. Есть и другой чемпион арены, добивающийся моей руки. Вы, конечно же, слышали о громобое. Между вами двумя я оказываюсь в неловком положении. Может быть, если вы докажете, что вы лучше, скажем, в бою. Так все будет намного проще. Победителя я буду ждать в садах. Желаю удачи. Ты еще не дрался с громобоем? Ты ведь не струсил, верно? Ага! Эй! Знаешь, а ты симпатичный. Эй! Знаешь, а ты симпатичный. Тебя называют паладином? Рад тебя видеть. Слушайте, мы все обречены! Прошу, скажи мне, что ты снова обрел ясность чувств. Теперь ты поможешь мне? Не говори, что они окрутили и тебя. Что, мальчишка, думаешь, побьешь меня? Думаешь, победил на арене и стал ее достоин? Леди принадлежит мне. Встретимся на холме, возле плахи. Лучше места, чтобы тебя убить, не найти. Что? Не хны. Сейчас. Значит, ты пришел на свою собственную казнь. Не побьет меня деревенский мальчишка, даже если он друг Уиспер. Бей! Не достанется она мне, не достанется никому. Ты их видишь? Они еще живы?
Ты дрался храбро, но леди Грей моя, и я ее никому не отдам. Думаешь, убьешь меня и похитишь ее сердце? Леди любит меня. Этим все и кончится. Уиспер умеет выбирать друзей. Меня никто еще не побеждал. Теперь же леди твоя. Теперь оставь меня. Не больно-то мне это нравится, но... Сейчас я тебя вскру... Быть начеху.
чтобы вы узнали правду. Береги себя. Я знаю, что случилось. Нет никого на свете, кто был бы достойнее тебя. Я так счастлива. Надо сразу же приступить к подготовке свадьбы. И знай, если ты хоть посмотришь на какую-нибудь другую женщину, ей тут же отрубят голову. И вот герой женился. И пусть хотя бы на день все невзгоды жестокого мира покинули его. Просто не верится, что мы поженились. Вот ты где. Вот ты где. Привет, муженек. Вот ты где. Зови меня, моя героическая жена. Как грубо. Я от тебя такого не ожидала. Как грубо. Я от тебя такого не ожидала. Хорошая шутка. Это просто чудесно. Это просто чудесно. Я от тебя такого не ожидала. Как грубо. Эй. Я тебя люблю, глупый. Привет, муженек. Да, прозвище Паладин тебе подходит.
Всего хорошего. Это ты? Великолепно. Просто не верится, что мы поженились. Эй. Ура! Эй. Я тебя прекрати! Свинья. О, привет. Эй. Ты ура! Такой милый. Ура! Круги на полях, похищения, истина где-то... Я с тобой не разговариваю. Ты жених мэра дьяволицы. И ты тоже демон. Я вижу это в твоих глазах. Вижу в глазах. Лорд Паладин? Ура! Слушайте, вы все обречены. Зови меня, моя героическая жена. Рад новой встрече с вами, вот, сэр. Ура! Нормально. Приятных впечатлений. Ура! Моя сестра ждет тебя в доме семейства Грей возле холмового поля. Значит, ты наконец встретил Джека из тени. Я-то давно его знаю. С тех пор, как он сжег нашу деревню и выколол мне глаза. Но он не лгал, говоря, что знает, где наша мать. С той самой ночи он держит ее в Баргейтской темнице. Я не смогла пробраться внутрь. Но археолог знает древний тайный проход. Ты ведь с ним уже знаком, да? Твари Джека охотятся за ним так же, как и за мной. Я не могу здесь задерживаться. Подробности узнаешь из задания в гильдии. Ты должен освободить маму. Она единственная, кто знает, как найти меч. Ты прочитал ту книжку, что я тебе прислала? Меч — это все. И он способен обратить мир в ничто. А еще у мамы есть для тебя подарок. Такая сила, какую ты и представить не можешь. Зайди в гильдию за заданиями.
Сестра оставила для тебя задание. Советую его взять. Сестра... Превосходно! Ура! Ура! Сложновато. Эй! Ты сегодня занят? Чем я могу вам сегодня помочь? А это ты? Не ожидала. Как ты, в порядке? Эй! Я так счастлива, как только можно. Это шутка. Ура! Ура! Эй! И что бы я без тебя делала? Эй! Лавки закрываются! Это все огромный заговор! Больно их много было, нам никак не стюжить. Схватили они археолога и потащили вон на тот холм. Не знаю, что они с ним сделают, но уверен, ничего хорошего. Придется вам его спасать. Да поскорей, времени-то мало. Я тут, за тобой. Первый раз. Я прикрою! Руби их! Я тут, за тобой!
Я здесь! На помощь! Я иду! Я тут, за тобой! Скорее, они почти дошли до корабля. У тебя мало времени. Прикрой! Ты спас меня! Хотя, если б не ты, сидел бы я спокойно в твоей пещере. Да-да, я знаю дорогу к Баргитской темнице. Я же знаю все. Потому-то, если они меня снова найдут, я погиб. В любом случае, к темнице ведет старая дорога через великие кладбища. Ее не открывали уже много сотен лет. Но это уж ты сам... На месте разберешься. А я тут задерживаться не собираюсь. Мало ли еще мест, где можно спрятаться. Зайди в гильдию за заданиями.
зайди в гильдию за заданиями. Иди на кладбище. Чем я могу вам сегодня помочь? Слушайте, вы все обречены! Приготовься! Что-то будет. Там враги! Так у тебя полный набор. Он же обалдеть сколько стоит. А то. Взломал я, значит, склеп, а они все там так и лежат. Ты бы их припрятал, пока кто другой не стащил.
Да уж как-нибудь. Я их по всему кладбищу рассовал. Никто не отыщет. Даже нежить всякая, что тут бродит. Повылезла, понимаешь? Я шлем-то не успел заныкать. Ну да ничего, тут полежит. А ворота я открывать не буду, пока все не продам. Что это? Там кто-то есть, я лучше пойду. Убирайся из моего дома, попрошайка. Хорошо, я ухожу. Пойду поищу себе ночлег. Что, пошли бы, надо же, О, здравствуйте! Смотрите, нежить опять поднимается, а я говорил. Это древние могилы. Их много лет никто не трогал. Откуда вы знали, что тут прикопано?
Мои доспехи, шлем, мой меч и щит. Собери для меня, и путь будет открыт. Еще раз посмотри, видел шлем ты внутри? То, что нужно, ищи над огнем. Еще раз посмотри, видел шлем ты внутри? То, что нужно, ищи над огнем. Мои доспехи, шлем, мой меч и щит. Ты собрал для меня, и путь будет открыт. Тебя сюда не звали. Уходи, пока еще можешь. Мы не пропустим тебя дальше. Сторожишь дверь,
Тебе не пройти. Получил новое задание. Зайди в гильдию за заданиями.
Как сюда спустился? С ним. Конец, мать права была. Надо было... А ну-ка, стой! А ну-ка, стой! Что за... Какого черта? Взять его! Что за... Ты как сюда спустился? Дальше этого прохода я не сунусь. Ты как сюда спустился? Какого черта? Взять его! Мать права была. Стоять на месте! Ты как сюда спустился?
Я же сказала, еще раз меня тронешь, и я сверну тебе шею. Подожди. Я тебя знаю. Нет, это какой-то трюк. Ты не мой сын. Этот подонок опять играет в свои игры. Но это ведь правда ты? И зачем ты, спрашивается, сюда явился? Теперь он заполучил нас обоих. Ну ладно, нам надо отсюда выбираться. Открой эту проклятую клетку. Стоять на месте! Нарушитель! Джек? Ну же! Тебе же уходить, не попрощавшись! Подонок! Твой сынок — настоящий герой, дорогая Скарлетт. Ты знаешь, что ее объявили чемпионом арены? Ты бы им так гордилась! Должно быть, это у вас семейное. Это и участь сидит в моих маленьких милых камерах. Ты мерзкий подлец. Отпусти его. Он ничего не знает. Да. А я думаю, он знает довольно много. Я преподнес ему печать чемпиона арены и с большим интересом смотрел, как он спасает всяких глупцов, встречается со своей сумасшедшей сестрой. Да, похоже, что твоя милая дочурка тоже жива. Она все ему рассказала о мече и об этой вашей гнусной крови. А теперь, моя хорошая, ты мне расскажешь, где находится ключ. Давай, устраивайся тут поудобнее. Мы скоро за вами за всеми придем. И тогда повеселимся как следует. Ему тут понравится, да, Типс? Пойди к черту! Так-так, спокойно, тип, спокойно. Побереги силы, они тебе понадобятся. Да, и не надо этих ваших магических штучек. Они тут не работают. Хозяин постарался. Не помню, когда носил нормальные тряпки. Эй, я тут, в соседней камере. Ты, наверное, тот, кого сегодня огнем пытали, да? Эх, я слышал, как ты вопил всю дорогу. Тут нечего стыдиться, брат. Они свое дело знают, гады. А погоди-ка, я знаю, кто ты. Ты этот, паладин, да? Который и арену прошел, и на главный приз наплевал во имя Уиспер. Ого, не часто у нас такие залетают. И что ты сделал? Мэра прибил? Али кого еще? Главный надзиратель, небось, сам не свой от счастья. У него ж сегодня день рождения. Тьфу, дрянь. Каждый год вытряхивает нас из камер и сушит на солнышке, чтоб не забывали, чего лишились. А после сует обратно. Это он, конечно, не по доброте душевной. Нас заставляют бегать в запуски по двору, а сами ставки делают. Победителя уводят главному в кабинет. И там... В общем, это слишком страшно, чтобы рассказывать. Но зато успеешь все там просмотреть. Там же не только книги да мебель. Ублюдки они, охранники эти. Веселей, потрох! Выходи из камеры! Пришло время забега! Постарайся нас не подвести! Кое-кто на тебя деньги поставил! Победишь, мы будем довольны! А проиграешь, пойдешь в пыточную!
Забавно, да? Ха-ха-ха, забавно. Век бы слушал. Так, вы, ничтожество. Мне нужна грязная гонка с толкотнёй под ножками. Все ясно? На старт! Три, два, раз. Нельзя мне проигрывать. Давай, шевелись, червяк уродский. Сюда, ты, кусок дерьма оборотня. Быстрей, быстрей. Давай, шевелись, червяк уродский. Сюда, черепашки отродье! Вынь палец из носа, гнойный! Быстрей, быстрей! Быстрей, быстрей! Топай, топай, топай! Браво! Вот и наш победитель. Охрана, проводите его ко мне. Добро пожаловать в мой скромный дом. Ты заслужил необычайную награду. Ты услышишь мои стихи. Да, именно так. Среди этих каменных стен бьется сердце поэта. И чтоб ни звука у меня, ясно? Излияние души требует предельного сосредоточения. Я же сказал! Тишина! Тюремной пташки песнь робкая. Узрей же, воробья, стремглавую отвагу. Как он парит над нашей темницей. Неуязвим стремит свои зигзаги. Бессильны сильные перед триумфом птицы. Так щебетал он, разевая клюв. Пока не угодил, зараза, в клетку, крылами лишь своими разок махнув, пал он во прах заклятием сбитый метким. Ах, воробей, прекраснейший из птиц! Ты, судя по всему, не человек искусства. И мое творение не для твоих мещанских ушей. Отправляйся назад, в камеру. Добро пожаловать в свой новый дом, пыточную камеру. Мы с тобой тут позабавимся. Да, нам будет весело. Мрак камеры поглотил разум героя. Мрак поглотил его жизнь. Еще один год прошел в заточении. Еще год пыток. Древняя благородная кровь в его жилах, сила гильдии, что они значили среди этих каменных стен? И все это время Джек из тени свободно разгуливал по Альбиону. Но героя не сломить, он обретет свободу. Сегодня особый день. И скоро ты... Так. Вот мы и снова здесь. Интересно, что стало с... Давай, устраивайся тут поудобнее. Мы скоро за вами за всеми придем. И тогда...
Ему тут... Пойди к черту! Да, и не надо этих ваших магических... Ты, наверное... Я слышал... А, погоди-ка. Который и арену... О, не часто. Главный надзиратель каждый год вытряхивает... Это он, конечно, не подобрал. Победителя уводит главному в кабинет. И там... В общем, это слишком страшно, что... Веселей, потрох! Кое-кто на тебе... А проиграешь, пойдешь в пыточную. Так, вы, ничтожный... Нас... Это... Сюда, ты, давай, кусок дерьма! Давай, шевелись, червяк уродский! Беги, беги, мразь! Вынь палец сюда, черепа! Это по-твоему... Браво, охрана! Ты заслужил. Тюремной пташки песнь робкая. Узрей же воробья стремглавую отвагу, как он парит над нашей темницей. Неуязвим стремит свои зигзаги. Бессильны сильные перед триумфом птицы. Так щебетал он, разевая клюв, пока не угодил, зараза, в клетку. Ты, судя по всему, не человек искусства. И мое творение не для твоих... И ног героя не сломить. Так, так. Давай, устраивайся тут поудобнее. Ему тут понравится. Так, так, спокойно. Да, и не надо этих ваших магических... Ты, наверное... Я слышал... А, погоди-ка. Который и арену... О, не часто. Главный надзиратель каждый год вытряхивает. Это он, конечно, не подобрал. Победителя уводит глаз. Но зато успеешь... Веселей, потрох! Кое-кто на тебе... А проиграешь, пойдешь в пыточную. Так, вы, не четыре раз. Полный вперед! Это по-твоему бегать? На этот раз ты проиграешь. Это по-твоему бегать? Быстрее! Быстрее! Браво! Охрана! Добро пожаловать! Тюремной пташки песнь робкая. Узрей же воробья стремглавую отвагу, как он парит над нашей темницей. Неуязвим стремит свои зигзаги. Бессильны сильные перед триумфом птицы. Так щебетал он, разевая клюв, пока не угодил, зараза, в клетку. Ты, судя по всему, не человек искусства. И мое творение не для твоих мещанских ушей. Отправляйся назад, в камеру. Так, так, так. Вот мы и снова здесь. В этом году меньше. Давай, устро... Ему тут понравится. Так, так, спокойно. Да, и не надо этих ваших магических... Ты, наверное,
Я слышал, погоди-ка, который и арену... Ага, не часто. Главный надзиратель каждый год вытряхивает. Это он, конечно, не подобрать. Победителя уводит глав. Но зато успеешь... Веселей, Потрох! Кое-кто на тебе... А проиграешь, пойдешь пыточно. Так, вы ничтожны. Три, два, раз. Ха, вы... Беги, беги, мра! Лучше... Я смогу! Сюда! Нечем... Сюда! Сюда ты! Я брал... Добро... Тюремной пташки песнь. Узрей же, как он парит. Не уязви, бессиль. Так щебет, пока не угодит. Крылами лишь свои полон вопрос. Ах, воробей, как же теперь ты дальше? За решеткой. Ты, судя по всему, не человек. Добро пожаловать. Так, так, так. Давай, устраивайся тут поудобнее. Ему тут понравится. Так, так, спокойно. Да, и не надо этих ваших магических штучек. Ты, наверное... Я слышал... А погоди-ка, который и арену... Ага, не часто. Главный надзиратель каждый год вытряхивает... Это он, конечно, не подобрать. Победителя уводит глав. Но зато успеешь... Веселей, Потрох! Кое-кто на тебе... А проиграешь, пойдешь пыточно. Так, вы три, раз. Это мой бог. Беги, беги, мразь. Я ног не... Я ног не... Я ног... Кто? Это я беги, пойду беги, в кабинет. Браво. Добро пожаловать в мой... Тюремной пташки песнь робкая. Узрей же воробья стремглавую отвагу, как он парит над нашей темницей. Неуязвим стремит свои зигзаги, бессильны сильные перед триумфом птицы. Так щебетал он, разевая клюв, пока не угодил, зараза, в клетку, крылами лишь своими разок махнув, пал он во прах заклятием сбитый метким. Ты, судя по всему, не человек искусства. Так, так, так. Вот мы и снова здесь. Еду меньше. Давай, устраивайся тут поудобнее. Ему тут понравится. Так, так, спокойно. Да, и не надо этих ваших магических... Ты, наверное... Я слышал... Погоди-ка, который и арену... Не часто. Главный надзиратель каждый год вытряхивает. Это он, конечно, не подобрать. Победителя уводит глаз. Но зато успеешь. Веселей, Потрох! Кое-кто на тебе. А проиграешь, пойдешь пыточно. Так, вы ничтожны. Нас... Три, два, раз. Победом. Это по-твоему бегать? Вынь палец из носа, гнойный! Это по-твоему? Давай, шевели! Сюда, черепа! Браво! А? Добро пожди!
Узрей же воробья стремглавую отвагу, как он парит над нашей темницей. Неуязвим стремит свои зигзаги. Бессильны сильные перед триумфом птицы. Так щебетал он, разевая клюв, пока не угодил, зараза, в клетку. Крылами лишь своими разок махнув. Ты, судя по всему, не человек искусства. И мое творение не для твоих мещанских ушей. Отправляйся назад, в камеру. Добро пожаловать в свой новый дом. Пыточную камеру. Мы с тобой тут позабавимся. Да, нам будет весело. Мрак камеры поглотил разум героя. Мрак поглотил его жизнь. Еще один год прошел в заточении. Еще год пыток. Древняя благородная кровь в его жилах, сила гильдии, что они значили среди этих каменных стен? И все это время Джек из тени свободно разгуливал по Альбиону. Но героя не сломить, он обретет свободу. Сегодня особый день. И скоро ты это поймешь. Запихнем его в камеру с остальными. Так. Вот мы и снова здесь. Оставайся там, я сейчас к тебе подойду. Ты заметил, что вас в этом году меньше? Ха. Интересно, что стало с остальными? Ах, ты жив? Каждый год устраивается забег. Мы должны попасть в кабинет главного. Должны заполучить этот ключ. Ха-ха! Ха! Веселей, Потрох! Выходи! Кое-кто на тебя деньги поставил. Победишь, мы будем довольны. А проиграешь, пойдешь в пыточную. Забавно, да? Ха-ха-ха, забавно. Век бы слушал. Так, правила все знают. На старт. 3, 2, 1. На этот раз ты проиграешь. Беги, беги, мразь! Вынь палец из носа, гнойный! Беги, беги, мразь! Это по-твоему бегать? Топай, топай, топай! Сюда, черепашье отродье! Сюда, черепашье отродье! Давай, шевелись, червяк уродский! Быстрей, быстрей! Опять ты! Я вижу...
Я же сказал! Серый лучший из цветов. Ах, серый, лучший из цветов. Он так подходит ей. Ради нее на все готов. Лишь стала бы моей. На севере живет она в сияющем краю, а я томлюсь во глубине этих проклятых гор. Поклонников у ней не счесть, вокруг так и снуют. Ты, судя по всему, не человек искусства. И мое творение не для твоих мещанских ушей. Отправляйся назад, в камеру. Надсмотрщик потерял свой ключ. Из камер никто не выйдет, пока ключ не найдется. Пытки переносятся. Я готов. Жду тебя. Я вышел. Наконец, я свободен! Дружище! Иди во двор, я отвлеку охранников. Ты готов? Иди во двор! Дай мне живого охранника! Это он! Месть сладка. Дай мне живого охранника. Пора рассчитаться. Вон он, преступник. Сюда, крыса! Он в розыске. А я расскажу.
Посчитай с этими подонками. Месть сладка. Пошли, пошли! Погоди, это же тот герой! Дай мне живого охранника! Нарушитель! Ты как сюда спустился? Пришла пора расплаты. Нарушитель! Сюда спустился. Пора рассчитаться. Нет, погоди, это же тот герой. Уже недалеко. Спешить. Нарушитель! Взять его! Мы отвлечем охрану, а потом тоже уйдем. А ну-ка, стой! Стоять на месте! Недалеко, но надо спешить. Что за... Взять их! Пришла пора расплаты. Thank you.
По-моему, преграда связана с этой тварью. Не волнуйся за меня. Во мне есть жизнь. Не волнуйся за меня. Во мне есть жизнь. Не волнуйся. Во мне есть жизнь. Не волнуйся за меня. Во мне есть жизнь. Не волнуйся за меня. Во мне есть жизнь. Месть обжигала героя, и ясна была ему дальнейшая судьба. Эта тень Джека отравила всю его жизнь. Это Джек ослепил его сестру. Это Джек пленил его мать. А скоро власть станет безграничной. Я смотрю, ты в конце концов чего-то добился в жизни. Стал человеком. Но тебе еще много надо сделать. Джек подбирается к мечу. Я это чувствую. Чтобы добыть меч, ему нужен ключ. И он знает, где его взять. Ключ спрятан в развалинах старого аббатства на Крючьем берегу. Ты должен найти его первым. У нас есть одно преимущество. Джек не знает, что ключ покажется только тому, в ком течет наша кровь. Поэтому мы должны найти твою сестру. Иначе Джек может ее использовать. Отправляйся в Черный лес и осмотри портал. Выясни, как его можно включить. Это единственный путь на Крючий берег. Но сперва у меня есть для тебя подарок. В твоей крови есть еще не пробудившаяся сила. Неплохо, правда? Отныне я смогу говорить с тобой через твой амулет. А теперь ступай. Я буду искать Терезу. Твой амулет опять активизировался. Добро пожаловать домой! Зайди в гильдию за задание. Ты получил новое задание. Я хочу пиво.
Ура! Ведьма! Я с тобой не разговариваю.